Жуткое ДТП в столице унесло жизнь 45-летнего пешехода. Авария произошла в вечернее время суток на Дарницком мосту. По предварительной информации, водитель «Лексуса» двигался с правого на левый берег. Ехала машина в среднем ряду. По неизвестным причинам на дороге появился мужчина, который мгновенно попал под колеса автомобиля. От сильного удара несчастный отлетел на асфальт и погиб на месте. Свидетели уверяют, что после того, как водитель «Лексуса» совершил столкновение с данным человеком, после этого еще автомобиль неизвестный переехал его и поехал в сторону Харьковского массива. По словам адвоката водителя «Лексуса», столкновения избежать было невозможно. Все потому, что этот участок дороги вообще не освещен и, конечно же, не оборудован пешеходными переходами.